Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра. От взрывов содрогнулась твердь, и свет в дыму погас. Война! Война! Огонь и смерть обрушились на нас. Но за редутом взят редут в жестокой битве под Москвою. И время мужества 100 крат под знаком веры и свободы благословенный Сталинград прославил армию народа. Что шла дорогою побед и в час решающего боя сломала ворогу хребет железной Курскою дугой. 22 июня ровно в 4 часа. Началась Великая Отечественная война, которая проходила почти 4 года, внесшая десятки миллионов жизней наших сограждан. Есть выражение: кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Это сказали тоже наши предки, наши великие князья. Фашистская гадина докатилась практически до самой Москвы. 17 километров им не хватило, чтобы войти в Москву. Но в итоге наша армия, наш великий народ все это закончили взятием Рейхстага. Мы даем дань памяти тысячам воскресенцев, которые отдали свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. Вечная память всем, кто сложил голову за честь и независимость нашей Родины. Превратились в белых журавлей.